Сегодня мы едем за машиной забирать. Я сделаю небольшой обзор, хотя я не обзорщик машин, просто вам покажу, какую машину мы приобрели. А вот и Ленчик. Всем привет и хорошего настроения. Вот решила стирку затеять. Надо постирать. Что-то я горло у меня простыло, так что... Меня не снимай сегодня. Майка у тебя классная, Джек Дэниелс. Джек Дэниелс, да-да. Я, короче, уже оделся, полностью готов. Одел новую майку, которую недавно приобрел. С пальмами, синяя. Короче, вырядился как на праздник. Ну, практически как на праздник. Ну, в принципе, сегодня есть праздник. Забираем машину. Лена до сих пор еще не собралась. Как так можно? Ну, женщина всегда подольше. Так что оставьте меня пока. Так. И закрыла дверь. Сейчас, кстати, у нас погода, ну, сегодня очень хорошая. А потом всю неделю обещают дожди, дожди. Короче, 10 дней вперед стоит погода, что будут одни дожди, дожди, температура. Максимальная температура на нашей земле, по крайней мере, не во всей Германии, достигать будет 24 градуса. А то и 20, и 22. А на Малёрке 35. Тыри-ты-тыри-ты-ты, загорать, купаться, отдыхать. Кстати, у нас начался отпуск. И это очень меня радует. Очень. 3 недели теперь просто буду отдыхать. Ничего не делать. Не убираться, не закупаться. Просто сейчас в один отпуск едем. Приезжаем с Малёрки. Если карантин нас не заставит сидеть, потому что Малёрка — это объявленная красная зона. Возможно, нам придется 2 недели сидеть в карантине. И тогда будет полная Ж. А если нет... Прыгаем в новую тачку и поедем либо в Голландию, либо опять в Испанию, но только уже не на остров, как мы сейчас летим, а просто кататься по Мадриду, Барселона. Хотя я не знаю, что там делать. Ну, дома не хочется сидеть в любом случае. В Голландии я знаю, что я хочу, что там можно делать. Там много чего интересного. Кто в курсах, тот в теме. Кто не в курсах. Вот такие там музеи, парки, зоопарки. Одним словом, природа, море. Правда, оно северное, ну, холодное. Но лучше, чем сидеть дома на диване. А Лена до сих пор еще не оделась. Как так можно, Лена? Давай. Ой, ты как много. Ой, не надо на меня брызгать. Все, я готов. Выходим? Наконец-то. Погнали! Ребят, ну вот и пришло время показать вам нашу тачку. Мы ее забрали с автохауса сейчас. Ну, оттуда отъехали, там не стали снимать, потому что была волокита с документами, с оформлением. Нам сразу номера не сделали, вот такой сервис. Ну, мы просили и... Чтоб долго не ждать, они все за нас сделали. Ну, а теперь смотрим машину. Да. Посмотрим, что. Ну, сперва, ребят, я вот так вот вам ее покажу. Ну, а потом все поближе расскажу. Ну и давайте начнем с зада машины. У нее две выхлопные трубы. Есть датчики парковки. Есть камера выезжающая с заднего хода. Багажник открывается с кнопки. Или с ключа. Ну или с ключа, да. Багажник небольшой. Ну, в принципе, достаточно места.
кнопка закрывать багажник. Здесь находится камера, она выезжает, тонированная. Очень красивые фары, когда горят, в форме бабочки такой, или бантика, правильный, наверное, будет. Задний бампер дутый, сделанный под спортивный, с такими обдувателями воздуха. Низкопрофильная резина 225/40, 18 соль. Впереди тоже парктроники стоят. Решетка это называется диамант. Из-за того, что вот эти вот как диамант выглядят. Ну так нам, по крайней мере, описывали эту машину. Решетка диамант, потому что она идет в нескольких вариантов. Ну именно вот эта вот AMG модель. Она очень низкая. Такой внизу еще дополнительный шпойлер идет у нее. В принципе, белый цвет. Ну что так смотрится? С черными. Черная крыша. Это панорама полностью. Все, что вот это черное, она отъезжает, открывается. Ну давайте перейдем вовнутрь. Да, кстати, эти стекла на дверях, они безрамочные, рамок нету, стекло, если открывается, получается, как у кабриолета. Да, вот это, кстати, светится, когда мы ее забирали, она стояла в самом автохаусе, там свет был темный, она светилась. Сейчас не видно, но я ночью покажу. Да, коврики AMG, сиденье. Чем отличается AMG от простой, то, что у AMG идут красные полоса прошивки по всему сиденью, ну практически по всему салону. Идут вот эти вот с красными, и вот такой вот спортивный руль, он не полностью круглый. Ну вот вы видите, да, как он выглядит. Так выглядит салон. Крыша вся полностью черная, полностью весь салон черный. Все аккуратно. Кстати, я спрашивал, когда мы были в автохаусе, я говорю, она наполированная? Они сказали, нет. Ну, ее да, рукой сейчас вожу, и там водил. Она вообще не наполированная, потому что не скользит. Ну, тут ощутить можно, даже не профессионалу. Ну, в принципе, ребят, вот такая вот машина. Заправляется она только 95-м. Е10 сюда не идет. Ну и хорошо, в принципе, я Е10 никогда не лил. Такую тряпочку нам дали, чтобы мы не засирали. Ну, мы ее уберем, соответственно, это пока. Да, Лена оделась во всем белое, под цвет машины. Ну, чуть-чуть другой цвет, футболка. А у меня белее под шорты его. Да, классно. Мне нравится белое, я хотела все. Сейчас открыл стекла, опустил вниз. Вот так вот классно она смотрится, вообще тут ничего. Да, кстати, вот это тоже идет, а вот это велюровая идет. Вообще бомба. Спортивные сиденья, вот тут так выезжает. Заезжает, если... И тут такие мягкие, классные велюровые вставочки. Да. Экран вот такой. А что у нас тут есть? Ну-ка, посмотрим. Радио, ну... Ну, вот такой обзор у нас получился. Это первый мой обзор машины. Я технические варианты рассказывать не буду, потому что я их практически не знаю. И не обзорщик машин. Показал вам все, что мы приобрели, какая машина. Я довольный, мне очень нравится. Лена вообще в восторге от цвета. Черный с белым очень сочетается. Теперь ты должен меня везти в Голландию. Я там не была ни разу. Ты был. В Голландию? Амстердам, да куда-нибудь, да. После отпуска хотя бы на 3 дня еще. Да, да, съездим по-любому.
Здесь тоже вот светится, кстати, да? Ну, вот да, тут, когда вечером да, вот тут вот тоже подсветка идет. Ну, ребят, еще я сделаю, когда вечер будет, обязательно сделаю, потому что вечером она вообще очень-очень классно выглядит, особенно задние фары, это просто что-то с чем-то. Мы теперь отправляемся, нам надо кое-что купить, в аптеку еще заехать. Так что погнали с нами. Вперед. Весна. И с песней. Песня, да. Будем ее обкатывать теперь, проверять, как она вообще в дороге, да? Ну да. Короче, мы закупились, тачки покатались. Мне очень понравилось. Лена сейчас за рулем, ей тоже, говорит, вообще ништяк. Да, мне очень понравилось. Да, кстати, сейчас покажу вам люк. Я полностью открою. Давай мы, помнишь, в последнем ролике мы ездили в этот парк, и там это ежевика, или как она называется? А, ну ты говоришь ежевика, я не знаю, малина там или ежевика. Сейчас посмотрим, кстати, да. Это, ежевика или кстати, малина. Лена говорила, что то малина, я говорил, что это ежевика, черная такая, ну когда она созреет. Это в парке, да. Мы сейчас поедем, короче, сейчас выгрузим все, что мы закупились, дома оставим, поедем, съездим, посмотрим. Возьмем большие пакеты. Я надеюсь, чтобы она уже поспела. Твои яблочки собирать тоже. Яблочки обязательно. Алычу насобираем. Ну, алыча уже поспела, я не люблю. Я люблю алыча, а когда зеленый. Галь. Соберем, значит, алычу. Главное, смородину вот эту. Не смородину. Как я говорю? Смородина, она красная или черная, кругленькая? Ты говоришь, что это ежевика. Во. Черная. Это красная. А вы отправитесь с нами и посмотрите, что же это все-таки было? Малина, как говорит Лена, или, как говорю я, ежевика. Если это малина, бомба. Если ежевика, еще круче. Как раз греческим йогуртом. Да, мы, кстати, купили греческий йогурт. И вот туда будем малинку или ежевику эту макать. И обалденная должна быть штука. Кстати, Лена сказала, что я такой солидный с этой бородой стал. Ребят, напишите в комментариях, как я вам с бородой. Я теперь, походу, на бабской машине ездил. На белой. Ездил на бабской. Брутального мужчины должна быть солидный джип черного цвета. А что за 90-е? Ну да. Лена говорит, что за 90-е? Должно быть. Ну еще барсетка и малиновый пиджак. И вот такая вот с мой палец золотая цепь, а то и больше. Причем пиджак на голое тело. Тогда точно 90-е. И на разборке. А мы, короче, подъезжаем уже к парку. Осталось нам тут буквально там 500 метров. Много машин впереди, все туда прут. Надеюсь, не за нашими фруктами, ага, витаминами. Короче, сейчас пришлось мне выйти из машины, потому что когда Лена подъезжала, тут бордюрчик там, ё-моё, вот тут 5 сантиметров, не такой бордюр, как вы можете там подумать. Маленький бордюрчик, и машина вся пикает, эти датчики вот эти показывают, что уже все типа, сейчас умфаль будет. А мы еще даже не доехали. Ну а тут реально, если бы мы доехали, мы бы прям черканули бы этот бордюр. Бордюр этот, ну сколько, вот мой палец. Короче, вот мой палец, вот такой бордюр. 4-5 сантиметров, наверное, 6 максимум. Короче, низкая машина, надо быть на ней очень осторожно, потому что чуть выше бордюр будет, зацепишь. Ну, а вот это, кстати, уже тут начинается
Цигиляй парк, так его называют. Цигиляй — это козлячий парк. Так называется козлячий парк. Правильно же я говорю? Цигиляй парк — это козлячий парк? Ну, переводится, да, козлячий, наверное. Короче, ребят, приехали мы в козлячий парк. Он реально козлячий. Ну как, по сравнению с русскими парками, да, которые... Козий, наверное. Которые парки в России, да, вот это парки, я понимаю. Даже те парки, которые без аттракционов, без аттракционов, во, еле-еле выговорил, все равно они как-то поинтереснее. А тут так просто, лужайка, деревья, пару лавочек, две скамейки. И деревянная какая-то... Детская площадка. Я и говорю, деревянная какая-то детская площадка. В России детские площадки, они такие разноцветные, разных цветов. И детям аж интересно, понимаешь? Оно как-то привлекает. А ты говорила, малина. А выглядит, смотри, красная вся. Кислятина. Офигенная. А мешочки взял? Да, кстати, мы взяли мешочки. Короче, она уже наполовину поспела. Но мы сейчас пойдем чуть дальше. Пойдем, да. Там лучше будет, здесь находим. Не будем людей привлекать. Рвать, да, на входе людей привлекать. Правильно Лена выразилась. Пойдем там, где ее очень много, где людей нету. Вон, смотри, ярко стало. О, покрасили, неужели? Одну покрасили в яркий цвет. Да, и качели какая-то другая, там повешали, просто другую качели. Ну, новая, да, какая-то стала. Людей, короче, в парке вообще нету. А нам это и на руку. Меньше людей, меньше видеть будет, что мы собираем. Я уже и вижу яблоки. Там люди. Да и пофиг мне на людей. Ой, они зелененькие. Офигенные. Пока мы дойдем до другой... Я хочу яблочко. Главное, чтобы оно не червивое было. Смотрите, сколько яблок, ребята. Вот сейчас. Смотрите, большое. Шершавые какие-то. Все усыпано в яблоках. Шурша. Так, чем они шуршавее, тем они вкуснее. Значит, они такие зеленые. Короче, просто рукой вытрем. Мыть не будем, что тут негде. Не, ну тут есть, конечно, водоем. А ты бумагу взял, если что? Зачем? Ну, пустой вдруг пойдет после этого яблока. Не, не пойду. А мы дегустируем яблочко. Да ладно. Офигенно. Ну, я знаю, ты таки не любишь. А я просто тащусь таких. А мы шли на дело, яблок захотелось. Мы сорвали по яблочку. Сейчас на нашем деле много соберем мы. Урожай домой мы отопрем. Че, пойдем вниз, короче. Подустали мы. Ходить собирать. Короче, ребят, много насобирали. Ну как много, я бы еще больше бы собирал. Но Лена говорит, хватит. Подержи пакет и покажи. Вот это все, а лычу насобирали. Такая вот офигенная. И совсем, ну я уже больше половины съел, тут было, ну, столько же еще. Да. Офигенная такая. Точно, это ежевика, да? Куда ты? Ты с йогуртом. Я домой приду. И с греческим йогуртом. Как наверну. Возможно, еще чуть-чуть будет добавлю. Будет твой завтрак, обед и ужин. Меда еще добавлю, и вообще будет бомба. А мы возвращаемся, короче, обратно. Вот такие тропинки. Из камней выложенные подъемы, спуски. Ну, зато тут так. Тенек такой. Ну, в принципе, сейчас и погода не прям такая жаркая. Ну, когда жарко, тут вообще ништяк. Тенек. Опа, Лена пропала. Лену кто-то утащил. У меня там тапочки, камушки залезли. Потерял? Потерял я тебя. Я здесь. Еще будут ягодки где-нибудь? Надеюсь.
Да я твоя ягодка, куда тебе еще? Ты моя ягодка. Надеюсь. Ты мой персик сочный. Уже надеюсь. Тот раз, когда мы тоже тут возвращались, я тут где-то тоже видел алычу. Кстати, ребят, мы шли по другой дороге сюда, сейчас возвращаемся по другой дороге. Поэтому тут много таких путей. Ну, заблудиться вряд ли, конечно. О, смотри, еще ежевика. Давай тут тоже сорвем. Давай. Видите, она еще не везде, ребят, поспела. Так бы мы больше собрали, но вот тут здесь прям вот видно, что края все уборные. Поспела. А я сразу рву и в рот. Смотрите, какая. В мой. Давай, в твой. Угу. Ништяк. Что, пережрала, за живот держишься? Ну, ягод, давай, поехали. Покажи два пакетика. А, да, вот это ягода, вот алыча. Ну, оно видно, видно, да. Сейчас помоем, приедем. Хотя мы в два раза больше, чем в этом пакете съели и не мыли, ничего, так рвали и прям в топку. Ладно, ребят, отправляемся домой. С вами будем прощаться. Обзор машины, как и обещал, сделал. С вами был Стасян. И Ленчик. Любим, целуем, до встречи. Чао.